Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь, кто дом хозяина, благословен тот дом, где старость уважают, где веру свято берегут из рода в род. Славят Творца и Библию читают, и возрастают в мудрости из года в год.